Друзья, всем привет! Вы на канале Epic Board Shop TV. И у нас очередной видеообзор, который я сделал на замечательную компанию Enon, которая делает отличные шлемы и маски. Сегодня в выпуске речь пойдет про модель M2. Наверное, одна из самых продаваемых масок у компании Enon. Действительно уникальная маска с достаточно большим набором интересных таких особенностей, которые, собственно, есть только у компании Enon. Ну, давайте поподробнее. Первое, что сразу бросается в глаза, когда мы берем, собственно, маску от компании Enon, модель M2, это, конечно же, объем. Это действительно такая сферическая, полноценная сферическая маска с очень крутым обзором. При этом, если посмотреть именно на толщину маски, она действительно не толстая, то есть перед глазами нету какого-то такого фишбола, аквариума, который есть, скажем так, у масок с похожей обзорностью. Маска достаточно легкая, оправа сделана из полиуретана, она действительно очень подвижная, очень хорошо садится, собственно, практически на любую форму лица, опять же, благодаря такой трехсоставной пене. А следующая такая интересная особенность, который тоже, опять же, бросается сразу в глаза. И, наверное, в качестве рекламы мы всегда сможем видеть именно ту опцию, ту функцию, что здесь линза крепится к маске, к оправе с помощью магнита. То есть таким вот образом у нас снимается линза. Не надо ничего, никаких замков, никаких пазов. На 8 точках в общей сложности 16 магнитов у вас линза просто вот так одевается, и маска готова к использованию. Enon — это не просто компания, которую сделал Burton для того, чтобы делать маски и шлема. Это действительно полноценный бренд, который, скажем так, действительно на сегодняшний день достаточно плотно и серьезно конкурирует с такими гигантами в производстве оптики, как Oakley, Dragon, Smith, Spy и так далее. И, конечно же, они сделали тоже интересную технологию, правда, в коллаборации, но, тем не менее, с одним из самых старых производителей вообще оптики, это компания Carl Zeiss. И они делают такую технологию Sonar, потому что, опять же, на сегодняшний день очень много брендов делает свои как раз технологии, которые помогают, улучшают изображение. Это Oakley с технологией Prism, это соответственно, Smith с технологией Chroma Pop, Dragon с их технологией Luminate, Spy с технологией Happy Lens и так далее. И поэтому, конечно же, Enon не остался в стороне этой гонки вооружений. И благодаря технологии Sonar мы с вами получаем действительно отличную прорисовку рельефа. Мы получаем хорошую глубину изображения. Enon действительно сделал такую удачную коллаборацию с таким серьезным действительно производителем оптического, скажем так, оборудования. И действительно, я считаю, что такой союз удался. И мы с вами можем наслаждаться отличным изображением. А следующая история, которая, опять же, является действительно достаточно приятным таким бонусом. А в коробке мы с вами можем наблюдать отличный чехол, который легко кинуть в рюкзак, который легко вкинуть в чехол, и маска у вас абсолютно останется неповрежденной. Он достаточно жесткий, приятный такой действительно бонус. И вот, собственно, внутри чехла мы с вами можем наблюдать такой баф, такой гейтер, который, самое интересное, тоже крепится на магнитах снизу. И у нас получается действительно такое единое целое. Вам не надо покупать отдельно какой-то шарф, баф, балаклавы. Все в комплекте. Отверстие для, собственно, выхода теплого воздуха. Маска не запотевает. Вас не продувает. Это действительно тоже очень приятная такая, скажем так, особенность, которую мы с вами получаем при покупке непосредственно масок Enon. С разными, собственно, версиями модели M2 идет либо отдельно гейтер и чехол, либо идет еще дополнительная линза,
отдельно линза, либо сразу все вместе. И гейтер такой, и, собственно, еще линза. Поэтому всегда, конечно, уточняйте, какой, собственно, комплект идет с определенным цветом. Поэтому это действительно очень интересная маска. Это действительно очень легкая маска, удобная. Аналоги, которые, собственно, конечно же, вы можете найти у нас в магазине данной маски, это, соответственно, Oakley модель Flight Deck, Dragon X1 или X2. И, наверное, еще можно, я думаю, рассмотреть маску Spy модель Doom. Друзья, вот такой обзор на маску Enon. Также с масками Enon вы можете подобрать отличные шлемы. Компания Enon тоже делает интересные модели. Друзья, спасибо, что смотрели. С вами был Epic Board Shop TV. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и до новых встреч. Пока!